There is no such thing as my mind or your mind. Нет такой вещи, как мой ум или ваш ум. There's only the mind. Есть просто ум. And it is very ancient. И он очень древний. Desires are a property of the mind. И желания – это свойство ума. There's no such thing as myself or yourself. Нет такого, как мое я и ваше я. There's only the self. Есть просто я. There's no such thing as my suffering or your suffering. Нет такой вещи, как мое страдание или ваше страдание. There's only suffering. Есть просто страдание. We're all connected, we're all one. Мы все соединены, мы все одно. We are not the same, but we are all one. Мы не одинаковы, но мы одно. That's why we call the movement oneness and not sameness. Поэтому это движение называется единство, а не одинаковость. We are actually a collective being. На самом деле мы коллективное существо. Now, depending on our society, и в зависимости от нашего общества, at any given point of time, в любой момент времени, some would be the so-called good people, некоторые это так называемые хорошие люди, some the so-called bad people, другие так называемые плохие люди, some would be crooks, некоторые хулиганы, some would be thieves, некоторые воры, some would be dacoits, некоторые просто очень плохие преступники, some would be rapists, кто-то насильник, some would be murderers, а кто-то убийца. These things keep adjusting themselves. И эти вещи, они настраиваются, меняются. Suppose you collect all the good people and form a new society. Допустим, вы возьмете всех хороших людей и сформируете новое общество. With the same conditions. В тех же условиях. Some would automatically become bad people. Кто-то из них автоматически станет плохими людьми. Some would become crooks. Кто-то станет хулиганами. Some would become murderers. Кто-то убийцами. It would automatically be adjusting itself. Это автоматически будет так организовываться. Similarly, these desires are thrown into us. Подобным образом эти желания приходят к нам. By the collective. Из коллективного. Your problem is you identify yourself with your desire. Ваша проблема в том, что вы отождествляете себя с вашим желанием. Or your thoughts. Или с вашими мыслями. Or your emotions and feelings. Или с вашими эмоциями, чувствами. Now, as you begin to identify less and less, когда вы начнете все меньше и меньше отождествляться, seeing the what is becomes very, very easy. Видеть то, что есть, станет очень-очень легким. Now, what you must understand is, this desire is coming into you. То, что вы должны понять, что это желание приходит к вам. You are not in any way responsible for that. Вы ни в коем случае не ответственны за это. The problem is you think desire is wrong. Проблема в том, что вы думаете, что желание – это неправильно. You have been repeatedly told desires are wrong. Please give up desires. И вам также постоянно повторяли, что желать неправильно. Оставьте эти желания. That is the problem. В этом проблема. But the collective mind is wanting you to fulfill the desire. Но коллективный ум хочет, чтобы вы исполнили эти желания. There's nothing wrong in your fulfilling your desires. И нет ничего неправильного в том, чтобы исполнять ваши желания. It's the easiest way to grow if you could fulfill your desires. Это самый легкий способ роста, если вы исполняете свои желания. However, there are many ways to grow. Тем не менее, есть много путей для роста. You could also deny all your desires and become somebody who has given up everything. И вы также можете отречься от всех своих желаний и стать тем человеком, который все бросил. But oneness is more for fulfillment of desires. Но единство больше стоит за исполнение желаний. Fulfilling your desires is the easiest way to grow. Исполнять свои желания – это самый легкий путь роста. If you would be clear about your perception. Если у вас есть ясность в вашем восприятии, the grace is there to help you. Тогда милость поможет вам. That is how you must face the challenges of life. Вот так вы должны встречаться с вызовами жизни. And we call that living. Мы называем это жить.
not meeting these challenges is existing. А когда вы не встречаетесь с этими вызовами, это существовать. That is why oneness is for moving from existing to living. Именно поэтому единство — это движение от существования к жизни. Thank you, Bhagavan. Thank you.